Я – часть потерянного поколения. Я отказываюсь верить, что я могу изменить этот мир. Я понимаю, возможно, это шокирует вас, но счастье уже внутри тебя – это ложь. На самом деле, деньги сделают меня счастливым. И в 30 лет я расскажу своему ребенку, что он не самая важная вещь в моей жизни. Мой босс будет знать, что мои принципы – работа важнее, чем семья. Послушайте, с давних пор люди живут семьями, но сейчас общество никогда не будет таким, как прежде. Эксперты говорят мне, через 30 лет я буду праздновать десятилетие моего развода. Я не верю, что я буду жить в стране, которую сам создам. В будущем уничтожение природы станет нормой. Никто не верит, что мы сохраним нашу прекрасную планету. И, конечно, мое поколение уже потеряно. Глупо полагать, что есть надежда. Есть надежда. Глупо полагать, что мое поколение уже потеряно. И, конечно, мы сохраним нашу прекрасную планету. Никто не верит, что уничтожение природы станет нормой. В будущем я буду жить в стране, которую сам создал. Я не верю, что через 30 лет я буду праздновать десятилетие моего развода. Эксперты говорят мне, общество никогда не будет таким, как прежде. Но сейчас люди живут семьями с давних пор. Послушайте, семья важнее, чем работа. Мои принципы, мой босс будет знать, что он не самая важная вещь в моей жизни. И в 30 лет я расскажу своему ребенку, что деньги сделают меня счастливым – это ложь. На самом деле, счастье уже внутри тебя. Я понимаю, возможно, это шокирует вас, но я могу изменить этот мир. И я отказываюсь верить, что я часть потерянного поколения.